Наверное, нет такого человека в стране, который бы не был знаком с творчеством легендарного исполнителя ушедшей эпохи. Его песни «Восьмиклассница», «Звезда по имени Солнце» и другие знакомы многим и звучат до сих пор. 15 августа, в день памяти легенды советского рока Виктора Цоя, при поддержке администрации города на Главной площади прошел концерт. Перед зрителями выступала группа «Павильон». Это мероприятие мы каждый год проводим его, потому что для нас Витя Цой, разумеется, это человек, которого мы очень сильно любим, уважаем. Ну и, конечно же, мы играли с самим соло-гитаристом группы «Кино», Юрий Каспарян, наш друг. И мы несколько концертов делали прям самим Юрием Каспаряном. И для нас сейчас эта дата, 15 число, я не говорю, что это праздник. Это праздник нашей души, что мы сегодня будем петь, вспоминать эти хорошие песни Витины. Ну и, соответственно, для нас это день памяти, мы его поминаем, вспоминаем. Перед началом концерта для словацев и гостей города показали фильм об истории жизни Виктора Цоя. Его творческий путь был насыщенным. От скромного парнишки, увлеченного рок-музыкой, до влиятельного советского артиста. Певец, музыкант, поэт, художник, актер. Он оставил глубокий след в сердцах почитателей. Ну, я уже говорил не первый раз в разных интервью, что сам Витя – это космический человек. Это энергетика, это, в первую очередь, человечность, это правда, ну и, соответственно, это талант, талант от Бога. Его песни, это вот, они доступны для каждого человека. То есть там есть определенный смысл в каждой строчке. Даже после его трагической смерти о нем сохранилась память. Цой жив, с таким лейтмотивом люди пришли на концерт. Я приехал из Самака в Салават, потому что, ну, очень люблю группу «Павильон», особенно Столетова. И именно это послужило для меня толчком, чтобы приехать именно в восьмиклассничный город Салават. Мне очень нравится концерт, я обожаю группу «Кино» с самого детства, когда еще мой отец мне ставил ее в своей машине. Поэтому мне очень нравится концерт, он шикарный. Спасибо большое организаторам. Концерт очень классный, понравился. Хотим больше таких концертов. Всем понравилось вообще. Да, концерт очень хороший. Люблю группу «Павильон», кстати. Мне нравится Виктор Цой. Ну, уже как 2 года уже слушаю его. Мне нравится. Концерт просто замечательный. Салават, мы тебя любим. Концерт просто замечательный. Я люблю слова. Спустя 3 с лишним десятилетия после трагической гибели Виктора Цоя его известность растет год от года. Атмосфера, показанная на концерте, где на большом экране отображался Виктор Цой, вызвали у зрителей бурю эмоций. Раз, два, три, четыре, пять. Привет, Салават! Имя этого исполнителя известно каждому. Его песни обрели популярность, которая переросла в настоящую всенародную любовь. Целый час со сцены звучали хиты группы «Кино» и Виктора Цоя, которые известны каждому фанату. Если есть стадо, есть пастух. Если есть тело, должен быть дух. Если есть шаг, должен быть след. Если есть тьма, должен быть свет. Хочешь ли ты измерить этот мир? Сможешь ли ты горить? И согнать дракона? Так откуда взялась печаль? Песни Виктора Цоя не стареют. Зрители воодушевленно подпевали артистам. Ведь слова песен, звучащих со сцены, многие знают наизусть. Говоришь, что у тебя по географии трояк, а мне на это просто. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк многозначительно. Молчу и дальше по мужики поют. Мужики, мужики! Как в армии, поехали! Рок-музыка объединяет, поэтому неудивительно, что на площади собралось много молодежи. Конечно же, они родились позже, не застав рассвет творчества Виктора Цоя и группы «Кино». Но любовь к этому жанру покоряет все возрасты. И сил еще. Сколько? Поем, поем! Перепойте нас!
лишать. Лилия Шиньязова, Радмир Загидулин, Иван Татауров, телекомпания «Слават».